доктор Айболит сидел у себя в поликлинике и принимал пациентов. И это были разные зверушки. Я добрый доктор Айболит. Я лечу зверей, больших и маленьких, птичек и насекомых, всех тех, кто нуждается в помощи. Я добрый доктор Айболит. Кто там? Заходите. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой доктор. Можно к вам? Доктор, я себя плохо чувствую. У меня голова болит. Полечите меня, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Сейчас посмотрим, что у вас болит и что можно сделать. Садитесь, пожалуйста. Теперь, дорогая моя сова, вы здоровы, можете лететь и больше не болейте. Пока-пока! Ура! Ура! Доктор меня вылечил! Доктор меня вылечил! Ура! Я полетела! Ура! Доктор меня вылечил! Спасибо, доктор! Спасибо! Я полетела! И счастливая сова, весело размахивая крыльями, полетела домой, к Эден. Вот так доктор Айболит и помог сове снова летать. Пока, увидимся!